Как вывести развитие инноваций в России на новый уровень, говорили сегодня на встрече главы правительства с представителями экспертного совета. Речь шла о повышении эффективности расходов на исследования и разработки в компаниях госучастием и о том, как сделать максимально прозрачным меры поддержки отраслей. По словам Дмитрия Медведева, преобразования в научной сфере находят отражение в международных оценках. Агентство Bloomberg опубликовало инновационный рейтинг стран, в котором Россия поднялась на несколько позиций и теперь на 12-й строчке. Оценка того, что мы делаем, связана не только с принимаемыми решениями, но и с уровнем высшего образования в стране, количеством высокотехнологичных предприятий. Очевидно, что наша система действительно пока далека от совершенства, но, так строго говоря, наверное, совершенных систем и не существует. Среди тех проблем, которые есть у нас, совершенно очевидно, нужно упомянуть низкий уровень кооперации между наукой и частным бизнесом, недостаточную востребованность спроса на инновации.